Друзья, всем привет, с вами Марина. Сегодня у меня обзор аэрогриля от бренда GF Grill. Аэрогриль имеет сенсорную панель управления, 8 автоматических программ, работает по принципу циркуляции горячего воздуха, имеет нагрев до 200 градусов и мощность 1700 Вт. Объем чаши просто огромный, 5,8 литров. Готовить можно без масла и жира, то есть сохраняя все полезные микроэлементы. Все рекомендации по приготовлению есть на корпусе. Как видите, один аэрогриль может заменить гриль, мультиварку, тостер, печь, фритюрницу и даже духовку. Есть подробная инструкция с рецептами, поэтому давайте что-нибудь приготовим и потестируем такого мощного помощника. В первую очередь, друзья, хочу приготовить рыбный стейк. Беру хороший кусочек красной рыбы, солю, обязательно добавляю свои любимые приправы. Очень вкусно к рыбе добавлять копченую паприку. Она придает красивый цвет и очень пикантный вкус. Обязательно обильно поливаю рыбу лимоном, это придаст ей мягкость и сочность. Немного смазываю рыбу оливковым маслом, ставлю чашу в гриль, выбираю режим запекания рыбы, автоматически выбирается время и температура. И через 18 минут очень вкусный стейк готов. Друзья, стейк получился очень вкусный, нежный, сочный. Смотрите сами, внутри рыбки много сока, поэтому мой любимый рецепт приготовления рыбных стейков – это обязательно лимон, оливковое масло и вкусные приправы. Следующий рецепт очень оригинального завтрака. Для этого я беру сосиски, делаю в них небольшие углубления и эти углубления начиняю сыром. Все оборачиваю беконом и полученные сосиски перекладываю в чашу аэрогриля. Включаю аэрогриль, выбираю необходимый режим, сразу же автоматически выставляется время и температура. Пока аэрогриль работает, я делаю соусы. Первый соус горчичный, для этого беру горчицу, сливочное масло и все это подогреваю на плите в небольшой кастрюльке. Второй соус — яблоки с хреном. Для этого яблочки лучше взять немного красноватые, я тру на мелкую терку. Добавляю немного лимона и добавляю хрен. Хрен у меня готовый. Добавляю несколько ложечек. Все хорошо перемешиваю и очень необычный соус готов. Сосиски у меня тоже пожарились. Смотрите, какие они красивые, золотистые. Все я готовила без масла, все готовила легко и просто. Вот такое вот аппетитное чудо на завтрак. Теперь соусы. Горчичный за счет того, что я в него добавила масло, становится очень нежным, идеально подходит к сосискам. Ну а соус яблоко с хреном всегда удивлял моих гостей. Всего лишь два ингредиента, но получается невероятно вкусно и самое главное пикантно. Все, кто пробовал этот соус, всегда брали рецепт, всегда повторяли этот соус у себя дома. Ну а дальше, друзья, то блюдо, которое в этом аэрогриле я готовила уже несколько раз. Получается невероятно вкусно, очень рекомендую повторить и приготовить. Нужно взять куриную грудку, порезать ее на порционные кусочки, не нужно делать целым куском, лучше сделать небольшими порциями. Значит, эту куриную грудку я замачиваю в соусе. Для этого беру 100 мл соевого соуса и 1 чайную ложку хорошего меда. Оставляю курицу в маринаде примерно на 30 минут. Тем временем готовлю молодой картофель, это будет гарнир. Картофель режу достаточно крупными кусочками. Затем беру воду, чистую, холодную, и добавляю в нее немного соли. Вымачиваю картофель в течение нескольких минут в этом соляном растворе. Затем картофель пропитываю приправами. Для этого в пакет кладу свои любимые приправы, туда же отправляю картофель, все хорошо перемешиваю, и получается картофель вот в такой вот красивой аппетитной корочке. Осталось его только приготовить в аэрогриле. Выбираю функцию картофель фри, у меня будет температура 200 градусов и время 17 минут. Картофель готов, красивый, золотистый, очень ароматный. Осталось к нему приготовить курочку. Курочка тоже хорошо промариновалась. Я перекладываю ее в чашу аэрогриля. Включаю аэрогриль и подбираю подходящую функцию приготовления. Приготовление мяса. Можно выбрать филе, можно выбрать мясо на кости. Я хочу, чтобы курица у меня была по вкусу, как пастурма. Поэтому я выбрала температуру 180 градусов и буду готовить 25 минут.
Достаю мясо, оно потрясающе красивого цвета и оно очень вкусное. Вот если вы когда-то делали домашнюю пастарму, то один-один по вкусу. Мой ужин готов, это золотистая курица и картофель. Так как курицу я готовила достаточно долго, то она имеет красивую аппетитную золотистую корочку. Внутри мясо очень сочное, а сверху плотная сладкая корочка. Очень вкусное блюдо. Вот, друзья, настоятельно рекомендую повторить, особенно если вы любите пастарму. Дальше, друзья, картофель. Картофель внутри имеет мягкую сливочную текстуру, а сверху корочку из приправ. Очень вкусно, особенно с курицей. Вот такие вот, друзья, вкусные блюда у меня получилось приготовить в этом аэрогриле. На самом деле, готовить здесь можно абсолютно все, даже вкуснейшую выпечку. Но до нее у меня еще пока не дошли руки. Как только что-нибудь приготовлю, так обязательно поделюсь с вами рецептиками. Друзья, если вы планируете купить аэрогриль и думаете, какой бренд взять, я бы настоятельно порекомендовала JF Grill. У меня дома этого бренда есть печь, есть гриль и теперь появился аэрогриль. Все работает исправно уже несколько лет. И, друзья, если вот в нескольких словах охарактеризовать JF Grill, я бы сказала так. Все, что готовишь, всегда очень вкусное, всегда сочное, всегда пропекается. Сама техника действительно качественная. Вот после приготовления, даже если у вас что-то подгорело, отмыть всю эту посуду до блеска можно при помощи любого моющего средства и мягкой губки. Где заказывала такой аэрогриль, я оставлю ссылочку в инфобоксе. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!